Нина Николаевна из Абакана спрашивает. На 18-й улице на пустыре напротив дома номер 16 появился высокий забор, а за ним соседи неоднократно видели большое количество овец, уток и кур. Женщину интересует, что будет в этом месте. Возможно ли, что землю отдали под фермерские угодья? В департаменте градостроительства Абакана рассказали, что участки на пустыре на 18-й улице предоставлены под индивидуальное жилищное строительство. Так как это черта города, никаких фермерских угодий там быть не может. Возможно, Нина Николаевна видела животных из частного подворья. На участках, отведенных под ИЖС, держать животных можно, но в ограниченном количестве.